ревновать не будем? Холод у меня тихо шепчет, не заживет рана твоя. А кто сказал, что время лечит? Команда. И где лекарство от этой боли? Только холод мне тихо шепчет, не заживет. Жопу не отрывай. Женя специально этот репертуар поставил. Его это заводит. А еще больше его заводит Петя Стрижекозин, который на 410 ходил. Он очень злится. Петя, этот подход посвящается тебе. А для вас я никто, как и вы для меня. Я плюю на закон. Быстрее, я не могу. А для вас я никто. Женя, я сказал, что этот подход посвящается Петру Стрижекозину из Оренбурга. 450. Нет, пока 350. Дальше, посвятим ему. Сейчас еще рановато. Неконкурентно посвящать еще. Хорошо. Ну, мы разминаемся. Хорошо. Было дальше, и был богаче моего соседа снизу. Хотя любой был моего соседа богаче. Я был алкозависим, я был наркосвободен. И машина была во взводе, не был годен. Не помнил, где был вчера, не сказал, куда нож дел. Не то, чтобы я был виновен, просто не был осужден. У меня не было алиби, у них не было доказательств. Не был послушным сыном, но это не показатель. Не был признателен создателю за свои проблемы. Но создателем моих проблем не был создатель. У меня не было любимого до вчерашнего дня. Не было той, кого можно по приезду обнять. Быстрее опускаем! А у всех были, не было отца. А у всех были, я не мечтал быть сыном богатого папы. Не был КМС. Настроение лоу-фай, дело минор, как и трек-зай. Понял чувства эти, подвели меня, я запомнил, deal we die.
делай минор. Я не веселюсь, делай минор. Ну-ка, улыбнись, чтобы вспомнить жизнь, задышать полной грудью его. Знаю, что люди несут в свободе грустные судьбы. Я тоже отчасти такой же ранен на перепутье. Куда занесет мое дело и кто-то счастливчик, постойте. В отражении и радости, только не беспокойте. Мои дела минут, были не жалейте, дела минут. Грязными бойцами были не дрожь, мою душу не додушат, но ее дела минут. Здесь для нас не перенять, сами только недоброжелатели точили тарту. Я сорокаю деньги, что велела судьба не хотела. Как выглядит человек, который ходил на 400? Но не дошел. Тело. Бездыханное тело, блядь. Доехать сейчас еще раз. Да? Ну-ка еще раз. Че сейчас еще раз? Путь в 1000 миль начинается с первого шага. Поэтому сходил ты на 400. Не важно, что не дошел. Он дошел. Нет, с другой стороны, может, тебе в любви повезет. Ну, короче, ответка для Пети не получилась, вот, кстати. А я и не готовил ответку. Да, я тоже не готовил, я спонтанно тебя подтолкнул. Любому решительному шагу предшествует пинок в спину. Петя молодец. Угу. Я ему передам. Говнюк, сука. А ты не выкинешь, да мне похуй. Ничего. За нами еще будет, правда. И на нашей улице перевернется самосвал с ирисками.